понимаете, насколько сейчас кайфово будет играть? Да, мне неинтересно, когда легко, неинтересно. Да, слушай, ты можешь играть ногами, тебе будет, чтобы тебе было интересно. Я играю на Арканомагии, я играю лицом, блядь, такими ногами. Я поиграл на Аркане, я увидел там две кнопки. Ну, так у меня как так бы, и есть. Типа... Мы что, правда, идем этого Торима в обычке или что? Ну, его очень долго расставлять метки, а нам нужно еще 4 боссов убить. Шибись. Ну, если бы было 3 часа или 2 лишних, можно было бы их хэвить. Времени просто немного осталось, люди спать хотят, на работу кому-то. Пошлите мне верно сразу, портал есть. Ну, честно говоря, те, кому на работу, должны уволиться. Да ты уже просто охуел, извини. Окей, Кирилл, сможете? А, у нас же как раз, у нас есть маг, и у нас есть... Ну, кого? Да. Мы Тарима идем? Не, я Мирона. Скорое воображение, если это поделаем. Че у меня там за окном ездит? Ну, у тебя вагоны какие-то, блядь. Хорошо, так какой там? Цидо, наверное. В обычке, наверное, в сове подамажит, да? Или что? Да. Нам хватит. У тебя мотоцикл в комнате, что ли, катается, я не пойму. Да. А, ты просто... А, ты уже ревнул, да? Ну, бери, там маг у нас был. Маг какой-то. На этот. Присоедините в гильдию, кто там на замене есть в дискорде. Гипотермия, вот он был у нас, маг. Он на арене. А, понятно. Неутомимая Люсиль. Опа, шкаф. У меня же ко мне нету. Давайте кто-нибудь другой. О-о-о. Кубов осуждаю. Ну так вот. Шо ж. О, можно и тут вафлика, ребят? Ага. Вафли? Вафли, да. Вкусные? Как раз ворон пошли. Много. А какое место тебе? Блин, ну заход не я поубираю. Обычка или не обычка? Обычка. Обычка, не обычка, а? Ох, сильно. Готовился. Давайте за Спарту. Давайте. Куриша. Разбегаемся, раньше держим. Давайте фаст-килл сделаем, ачивку. Серпенем. Да. Самое быстрое убийство нужно сделать, ребят. На всем Сирусе. Такого еще никто не делал. Я даже не помню, в обычке когда Гера дается. Да когда-нибудь. Давай на второй, чтобы он даже не крутанул. На последний, Ну, давайте на четвертый. Хотя зачем на четвертый нам нужно? Да на второй давайте. На второй, да, чтобы даже не крутанул. Давайте на второй. Хотя, кстати, кнопку нажимаем. Карнаса нету. Ну да, он же Тарима выходил в героике. Интересный поворот. Чё там? По поводу ливать, что ли, среду? Не, может, вылети. Иди, если человек не интересен. Ну, он здесь обычно разговаривал. Кто? А что там случилось сейчас? Корнес у нас вышел. А, ну, бывает. Возможно, вылетел. Ладно, давайте без него. Ну, там флаг вроде был какой-то. Гипотермия. Можем взять. А, Войт, давай в хила и вискарм. Ты гипотермию возьмите. Вон, возьмите, да. Вот. Точно надо? Чтоб, блядь, опять портоваться. А, так подожди, я думал, ты уже ушел, да.
А вы захилите так? Это ж, по-моему, обычка. А вторую фазу Геру дадим. Хорошо, наверное, да, пойдет. Давайте, три хила. Ты улетел уже, Войд? Нет? Все, отлично. Mm-hmm. Давайте, я запускаю. За Асгард. У меня на пулу нет, осторожно только. У меня в КД. А, ты... Нет, я справлюсь. Все. Можно не напуливать вообще? Можно. Ладно, на один раз дам. Соло таргет можно не напуливать. На мины посмотрели? Запомнили? В левую сторону отходите. Побежали. Круга вышли, а то сейчас откинет непонятно куда. Типа 200 тысяч хилов. Суммарно. И тут пожестче будет сейчас. Да сейчас Геру зададим. Да, сейчас Геру дадим просто и все. Распределитесь хилы по этим, по полоскам, по вот этим черным, по одному встаньте. Чтобы у вас до себя доставали. Угу. Все хорошо, вроде стоят. У кнопки мало людей. Перейдите там кто-то. Тут меньше урона в таре. От лиза дойдите. Сейчас добьем его всем. Мне даже собака не умерла, охуеть. Это да, это редкость. Да, даже типа, если угоняешь ее к себе, она все равно как-то умирает. Хрипатый, ты это бомбот на себя бери, а я просто босса потанчу. Давать на пул или справишься? Да ладно, дам на пол. Чё ты не справляешься? Тебя будет срывать. 96 тысяч огром, сотка. Пару секунд назад бежали. Вообще, так я говорю, типа, кнопок не видно. Опустите его. Чё он такой? Давай, Кимсик. За Асгард. Хорош. Вам нравится, когда приятные вещи вам говорю? Вы чувствуете в себя сила? Чё за сила? Да прибудет с тобой сила, юный подаван. Что это за мужик? Сила земли. Понял. Тут три трапы сдал, мы должны сейчас справиться. Хочешь милики в ноги? Блоки, расковыры пожмите. Смотрим. А, милики, короче. Беги, малыш! Отбежали. А, обстрел. Обстрел. Милики, грудь. Больше в грудь играть.
основании что-то там ломалось. О, это было сложно, но мы справились. ГЦ, ребят. У тебя волк умер. ВК сделали вроде. Ух ты, какой плащ. Отдайте мне его на какого-нибудь вина. Ой, а у нас это... Не, ну Корнелис, конечно, некрасиво поступил. Я, конечно, верю, что у него свет тофнулся так с течением обстоятельств. Токен кому-нибудь нужен? Давайте на зло ему Геру закроем Торима. Ага, вот это ты тролль. И скажем ему, что щит выпал. А, вот что он так орёт, понятно. Да, слушай, ну, вообще, ну, не знаю, щит, вообще-то конечно. Они с боссом полутали денежку. Мог бы себе и купить. Да. А то на пивас по-любому все всадил. Мне, сука, дело сам купить надо было бы. Я хочу уже увидеть, насколько сон Кваламира, все. Это фетиш такой. Почему нету, знаешь, там кнопки, типа, или команды, типа, мы уже это все убивали, типа. И все, и как бы. А, и Алгалона-то мы тоже убивали, если что. Не, ну Алгалона, ладно, типа, знаешь, там условно там 5 раз убил, как бы, 6-й, типа, убийство не обязательно. Типа, знаешь, как кофе 3 в одном. Так а в чем смысл этой игры? Ну, типа, ну, просто, это... блядь, шмот посмотреть. Модный, ну, приговор, да? Не, ну, слышишь, модный приговор — нормальная тема. Нет, ну единственное, можем проверить один баг, ну не баг, а фичу. Типа, как попасть к Йоксарону без убийства хранителей. Но я еще не тестил ее. Он будет и выйдется. А, ну да, кстати, он либо пулиться не будет, либо... Откуда инфа? Ну как в этих, знаешь, как в ВК Герах, в РЛК, в этих, в БК Герах, типа, не убил. Нет, нет, ты его никуда не выводишь, тебе же в комнату нужно попасть. Нет, там он, типа, на нем будет на долю... На нем будет на долю секунды появляться агро и будет спадать бой. Странно. Надо проверить. Наверное, будет как у ботаники, если этих мобов не убить мелких. Да. Ну, оранжерею жизни нужно чистить для этого, скорее всего. Нужно потом затестить. У меня на прессе нету КД. Блять, ну там нужно этот. Все, не получится. Давай просто по пати поделим. Первая, вторая, и все. Мы шабочку сейчас идем? Да. А метки все равно сейчас надо, я сейчас так быстренько тупнули. Слушай, ну метки уже позор ставить, мне кажется. В обычке. Пускай все смотрят. В обычке смысла нету. Ну только разве что для миликов. У нас миликов до хера, их можно квадратить. У нас много миликов, да. Раз, два. Валк, давай ты в этого влему. Ну они могут квадратом стать, по идее, нет? Или достается квадрат? Не, молния-то все равно есть. Не, ну... так можно разбежаться по кругу, уж не будет этого дождя. Отсив. А, ну да. А, давайте трэш-то. А, короче, хилит идеальный там. Войд, ты, наверное, здесь также в сове оставайся. В смысле, в туннеле идеальный, неутомимый Скайсонг здесь. Остается здесь еще Айнан и Валк. Все плюс 7 лишники. А давайте еще и Лангрис. Все, пошли.
Давайте не ободрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Ой-ой-ой-ой, хрипатые дела в Ростоке там потанчим. Я забыл про это совсем, что нам два танка здесь как бы надо. Стойте в туннеле, куда вы бежите? У вас некому танчить. Сейчас хрипатый прибежал на ботинках. Мне в Нолголоне нужно, короче, быть ведом. Я слишком сильно этот эмоционирую на нем. Это везде эмоционирую. Не, по правой стороне. Влево. Еще раз что говоришь, Зоркий? Направо пришли. Ты везде эмоционируешь. Еще нет, не там сильно прямо. У меня ручки трясутся, ладошки потеют. Потому что я, блядь, играю, нахуй. У меня, блядь, больше, чем у тебя кнопок. У меня лицо потеет, на хармаге играешь. Я сижу с этим платочком, лобик утирает постоянно. Пусть на нем, и на нем отпечатано на 1-2, блядь. Ты будешь что волшебник тайный, мы должен быть волшебником холод. Я на сети можно в 4-4 просто попробовать. Просто будет так. Будет хуйта. Ну ничего. Ну буду домашний попробовать. Боб тут не. Да, тут. Че там? Да и убиваем тут боссов всяких. Но может быть в РТ не будете заходить с этими вопросами. В личку писать будете. Да этот гандон, блять, игнорит. Ну как-то нет, ты не понял. Он же по причине тебя игнорит. Я занят, честно, брат. Блин, у нас еще 54 секунды. Смотрите, только никто не испульсивает то. Да, стойте АФК, что там. Можете в ловушку стать, кому по кайфу. Поприкалываемся. Нет, не надо. Брат, побежали, все равно побежали. Ну, пойди трэш побить можно на арене так-то. Один да, можете идти, можете идти, только не трогайте ничего. Прыгнули вниз, торим обходите стороной, не дышите, не пукайте рядом. Велики, первая, вторая пати, первая с левой ноги, вторая с правой. На макс рейнджа. Он там прыгает? Где этот парень? Вставлю. Раньше держим, здесь молния все равно бьет, ребят. 12 метров. Протест левее. Зорком вообще скучно. Да короче, нет, у меня ротация 4 за типа ОПшка и иронически все. Мне весь. Мне нравятся такие боссы. 1-2, 1-2, 1-2. Да. 2, 1, 6. А, или как там Ку? А не 1. Ну там да, 4 раза 1, потом 2 нажимаешь и все. Вот и все ротация. Не, не всегда, иногда надо 5 раз нажать. Если я не толкнул.
Не стонул. Не так попросту. Почему нормально? Осколок выпал Волонира. 10. Че, рили? Не, без шуток, упал в осколок. Как Карнес ливнул, блядь, здесь ему осколки собирать. Дайте мне осколок. Идеально мы будем собирать. Ну да. Ну типа идеальный поспокойник как-то реагирует, это пиздец какой-то, извините за выражение. Ну и свече получается. Ну да, типа, ну как бы знаешь, мне с этого босса надо, вы его не трогайте, ну и все. А, так а мне Крубел Голов тут нихуя не надо, я же. Нет, я особо, если Голов, то особо ничего не надо. Да. Только левая рука, может быть, и то не точно. Это боешь. Ну, это боешка же, да? Да. Хуясь. Ну, в КБ пойдет, значит. Ты знаешь, кому можно ее скинуть? Себе? В Динамо. У тебя нету ткани, вот никого. Морозы уже отношения, чтобы он вернулся. Пойдем налево, 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 налево. Мы не туда даем. Ториму вызывай, да, сразу? Петами там аккуратнее, кто телепортирует. Даруй мне силу! А как вот, если что, ты, допустим, не того хранителя позвал? Как его прогнать? Никак. Никак. Надо плюс ноль уже эти закрывать. Не, плюс ноль слишком сложно. А зачем плюс ноль? Там голова. А? Маунт. Мне дадите, и все, больше не будем ходить. Он же страшный. Ну зато прикольный. Я бы сказал, он уебан. Он уебанский, если он уебанский подходит к мне. А, давайте этот супер тактику. Сейчас я выстрел и ФД нажму. Есть танк? Да, его уже. Оп, понятно. Они ж разводятся, кстати, также через ФД. Да? Да. Ну зачем? Они кливают все хорошо. Согласен. Конечно. Отлично лист во второго. Звезду поставил, звезду играйте. По тактике идем. Конечно, блядь, не хочу вайпаться. О, поумирали. Я не успел снуть зону. О, ГП получается. Он даже не умер еще, вот случай. Ага, он просто две эти скинули одновременно. А вы помните, как у нас в первый день было три мага? Да, помним. Мы любим скорбим. И один лог. Приверженцу стана дайте кто-нибудь? Да блять, не надо его грибить было. Стана ему дайте просто. Звездочку поставил. Мобов можем обойти по этому мобу по левой стене, чтобы не тратить на него время. Дон, душегуба затаунти на себя. Он душный. Это ограниченное количество. Ты видишь, как они все одновременно умирают? Ну ты же тратишь, ну зачем этот маг? По левой стороне, все полим. По левой стороне. В смысле, я полим? Сосите стенку, обсасывайте стенку и все. Имба, что ли? Да. А мы сейчас один пак всего лишь будем там убирать, да? Угу. Ебать, да уже. Да? Это уже прогресс, это уровень, это скиллс. Да. Вот они, скиллапнули. Спустя 2 месяца решили бить меньше трэша. Это 2, уровень на гладиаторов, пацаны. Да, да. Так что, недавно я зашел на БГ. Думал, у меня пропал баг с ФПС. ФПС не пропал баг. Я вышел с БГ. Все.
про сейф. Ты же как-то научился его фиксить. Ну, я научился фиксить в рейде с собакой. Mm-hmm. Собака. А на БГ я не знаю. Куда полетел? Вниз. У меня не сильно, но просаживается FPS как-то странненько. Короче, такое. Да, блядь, даже новый комп купить уже, если пиздец. Так, запомнили сейчас меточки? Все, по своим меткам будете давать шипу либо хекс. Давайте пошел квадрат. Пошла луна. Пошла звездочка. Ну и давайте для приличия вот, вот так еще. Объем-то чё? Череп. Угу. Все, начинайте. С первого контроля. А что это за крипы? Дот. Осуждаю. Вообще. Давайте зону. Так мне не надо сказал, я не понял, кого бить. Ну, я уже луна. Помню. Потом квадратик. А можно уже, в принципе, квадратик. Так, до следующего ВКД, чтобы все задонатили себе Т4. Камон. И кондёры. И кондёры. Чтобы не потели. И волониры. Нет, волониры не надо, кондёры купите, чтобы вот не потеть как зоркие. Ну там вару там какой-нибудь. Так кондёры не вообще. В смысле, кондёры, ты ещё с тряпочкой сидишь? С какой, блядь, тряпочкой? Ну, без тряпочка плотик. Лицо вытираешь. Да, да, да. Ой, пиздел получил. Шутки не понимаю. Да, да, тут был сложный каламбур. Чекайте, сейчас полетим, пацаны. Че, серьезно, прям на стиле вот так вот прям стоять будем? Ну, это по-любому, это что-то вот, по-моему, из кибер-арены какой-то. На первого вайпа, блядь, кажется. Тут нет, негде вайпаться. Знаешь, если ну не настроены на вайпаться. Кто-то не выбежит, блядь, с этого, с этой хуйни, что он приедет, блядь, его откинет к мобам, блядь, мобы побегут в рейд, и все. Ты отлетать чуть-чуть ничего. Не выбегать, лучше назад. Чем вперед. Да нет, вправо, просто, если вправо. Когда влево-вправо бегаешь, ты там. Я понимаю. Так, где мы будем стоять? Ты думаешь, в квадратике? Да, ну вот так вот квадратик и в трусы выбегай туда к стенке. Весь рейд, чтобы... А, ну, я хочу поближе, наоборот. Ну хорошо, можно так, без разницы. Но на самом деле и влево, и вправо вы отбегаете абсолютно нормально. Здесь всю жизнь так убивают. Только обязательно стойте в квадрате, блядь. Тот, кто не стоит в квадрате, блядь, кубок, можешь ГП лепить. Да, на локи не могу. В печеньку тоже убегаем. Мы пополам штерим рейд. Давайте третье налево, четвертое направо. Ну только типа не обязательно в печеньку, в квадрат, в треугольник прям уходить. Это слишком далеко. Просто в этом направлении не гоняйте. Я могу поставить приблизительно, она где-нибудь откидывать. Вот. Ну да. Ну это даже далековато, но все равно. Ну вот, два прыжка там, по-моему. Да. Только все стоять обязательно в квадрате. Ни влево, ни вправо, ни вот здесь в тотеме стоять. А именно вот ровно в синей меточке. То настанешь ты, да? Так же. Да, я танчу. Планируешь там все подряд? Ой, Кубоб, спаси. Шо, да не. Анонси. Все, давайте, я пойду. Да, удачи. Спасибо. Не сильно близко? Нормально, нормально. Вы бежали? Бежали. Рано забегаете.
Выбежали. Забежали назад. Вытягивание жизни, выбеги назад. Еще. Нормально, это я отлетел. Выбежали. Кару раскол. Люси раскол. Изука тоже раскол. Выбежали. Не здесь. Сова, встань квадрат. Смотрели пары или аппаратики. Выбежали. Войд Фьюри назад. Войд Фьюри назад. Пары, мили, пары. Не уешим в зоне. Выбежали. Милизоны вообще ничего не нажимайте, ни бури, ни вихри. Чего вы так кливаете-то? Там доски были. Тут одно морем. А взорвали все? Нет, она убежала. Лангрис. Стоим, вернись. Разбежались. Лангрис. Не уедешь Мелизона. Мелизона, стоп. Разбежались. И пиздец, это умрет. Мелизона, алёсики. Кто там, блядь, бьет? Это пиздец, все упало. А кто смотрит, типа, урону, блядь? А я уже посмотрел. Все уже. Да, падаем. Стойте в метке. Умираем. Или играем без... Нет, умираем. Ну, ты не там уже с кудашником. Нужно, конечно. Не выбегаем, стоим. Лутайте урон, не надо здесь сидеть, чё. Чекните, кто бил, блядь. По сорнитовым парам дамаг. Скаду. Сейчас всё сделали. А можно ливать, это, блядь, не игра, это... Просто пошли не нахуй. Да вам, милики, даже здесь урона не надо, блять. Вы можете реально вот тут... Я вам тонко намекну, вы можете выкашить. За вас вон там, блядь, зорки, и он 4 лока задамажит, все. Ну, это тоже, конечно, чек получит свое. Конечно, ты думаешь. Мы все помним, любим, скорбим. Он холик, да? Да блин, ну потратите вы чуть-чуть на 300, там, 400, 500 урона несете меньше, похуй. Мы убиваем, потому что мы стопаем. Я скажу, что секрет, что холики не через мор должны играть. Где-то мобы. А вот мобы. А через что нужно играть? Ну, тот, кто обновляет, просто не мором. Те, кто на первом этаже... Выходите назад, иначе мобы сейчас будут бегать. Кто сагрил? Кто-то. Вроде все сдохли. Ну я представляю, какого Скай сейчас подгорает, блин. Да, у нее там, да, волонир на волоске, она там уже просто сидит, там всется бедно. Тон, скажи им, что они пора. Что, со мной в одной комнате сидите? Нет. Ну, тут свет перед. В одном дискорде. В одном дискорде, да. В одной комнате дискорд. Чё там, нет боя? На идеальном бой. Да, ну её... Показывает воду. Идеальный ФД прожми. Да тут сфера появилась, а ее бить не. Ну вот сфера стоит. А моб второй. Давайте убьем. Так она не бьется. Смотри, один моб стоит на месте, второго моба нету. Значит, он где-то в текстурах. А он бегает, он побежал туда, на плац.
Да пробегайте уже, а чё с идеальным, где он? Возле босса. Ну ладно, всё нормально, стой. Вы у босса там, смуняйте. Отогрелся, отогрелся. Бой закончился. Ну вот они бегут мимо этих текстур. Сука, ебать. А, ну вы их не видите, а я вижу. По левой стороне бегаем. Типа через отслеживание? Да. Я просто вижу эти две точечки, которые по черному фону гуляют. А ты встречаешь это элементарий на Алгаона? Конечно. Я вот понял, что я ни разу этого не делал. Сколько раз мы били Алгаона? Вот сколько раз мы в десятке били Алгаона еще. Не, десятка не считается, 25-ку мы 3, да, КД уже тратили, 4-е КД потратили сегодня. Ну, получается, за каждый слаг, а там сколько, по 20, да? Десяточки, да. Ну, это еще как вайп рейда приравнять можно. Ну, 1200, это, лепи. Неплохо у тебя с математикой. Я, да, я сразу что-то считаю, и, типа, если я буду считать по 20-ке, типа, это выйдет больше. Я пожалел. Кто-нибудь хочет лягнуть? У нас Трич появился, просит место. Корнеса нету. Так у нас место. А, кстати, точно. У нас Корнес, да, можно поменять. Оп. Да что, он сейчас Триню будет воровать? Дрищ хилить будет. А, не вот. А получается, что да. Что у него там с приором? Не-не, он там ниже, нормально все. Он ниже, да. А чё, кубов на триню претендент? Кубок ты тоже ее не получишь. Ну, получается так. А чё, у нас все ребята нормальные, ни у кого даже горки нет? Типа, все с нормальными профессиями? Не, у Скайсона трава есть. А она всю вроде как убрала. Ты ей поверил? Mm-hmm. Я не проверял, ну типа я привык доверять людям. Ну и глупец. Ты похуй. Крестик, красочку, да, тебе помогу? Не наивный, а романтик. Локов прибавьте тебе. Я пал тут. Знаете, сегодня маленькая победа. Мы хотя бы Волонир выиграли. Ничего не выиграли, блин. Да, выиграем сейчас, успокойся, не души. Давайте, команда, собрались. Давайте еще один раз. Трещи. Готов? Да, открывай. Все, гуляем. Получается, что да? Только не... Вот, нормально, супер. Так и стой. Давайте, ТКшки, вообще без мора играем. Выбежали. Так, потеряете 500 ДПС, ничего страшного. В скобочках нет. Не потеряете. Это похуй на ваш ДПС. Тут вообще можно меликов покикать нахуй. Угу. На этого босса. Выбежали. Забежались назад. Крест, выйди из рейда, стоим на месте. Выбежали. Боб, а, ну все нормально, стой. Выбежали. Что это такое? Выбежали. Что за нонсенс, купим, что? Я сказать, что он выбежал, остальные стоят. Выбежали. Выбежали. Не уешь, великий.
Милики, стоп. Кто кливает? Уберите вообще руки от клавиатуры. Выбежали. А, вытягивание жизни. Идеальный. Выбежали. Это у тебя похуй, это талант. На уешку. Ну ладно. Там уж ничего не поделать. Выбежали. Расколовай. Сейчас мам будет появляться. Где все? Выбежали. Тень, исполин. А зорки назад. Исполин, нажми тень. Слиться с тенью. Выбежали. Все. Бьем до миллиона, если что. Там стопаем. Выбежали. Все, стопайте ДПС, стопайте ДПС. Стоп. Никаких дотки. Все стоп питомцев выключили. Похильте его. Ой, отлично. Да ладно. Я подхилил. А что было бы, если он умер? Хемку бы не засчитали. Мирики, вставайте под босса, все остановитесь в квадрат. Блять, залагал. Моба играем. Выбежали. Зашли в квадрат. Геру сдавайте. Чуть ближе, подойдите. Выбежали. Айна. Заходим назад. Перед синей меткой стоим просто. Выбежали. Выбежали. Дальше пробегайте круг. Блять, вот сука! Кто стоял? Кто стоял, тот умер. Не, кто-то левее просто стоял и выбежали. Доигрываем босса. Идеально. Я не успел выглядеть, кто это. В квадрат все стакнитесь. Вот сейчас стакнитесь в квадрат. Разбежались. Пиздец, ну вам даже говорите, вот стойте в одной метке, все, что вам нужно. Еще залпал. Ха-ха-ха, бобро заберет. Угу. Почему мне 8 привод? Странно. Ну ладно. Ой, жезл упал. Вроде нормальный. Да, жезл упал, тоже хорошо. Бля, почему я такой невнимательный, надо было ГП влепить. Ну ладно, сегодня вот тот, кто пытался нам всю жизнь испортить, знай, сегодня твой день, тебе повезло. О, это Скай. Ну, там последний же череп. Не, ну если Скай, то ладно. Шучу, все равно ГП. Нет, это не Скай, подожди, сейчас посмотрим. А, нет, Скай Сонг, ну да. Я даже не понимаю, о чем вы говорите, я уже спрашиваю. Ну бегаешь влево-вправо, и ты выбежала влево, и когда люди выбегали в печеньку, они улетели, пол рейда. Потому что нужно стоять в одной метке, в квадрате. Ты не забудь только кинуть в рот ему этот, муланир. А то не соберется. Во время каста Савы, да, надо? Да, во время каста Савы, да. Когда он кастует, там, широко открывает рот.
Нажимаешь на 30 кусков на эти. Ну там волнир, который у тебя сейчас собранный. Пожалуйста, не объебись с этим. Бля, ебать, что стволы пошли, охуеть. Согласен. У тебя квест взят, там не 30 кусков, там какой-то итем лежит. Да, там у нее волонир должен лежать. Линкони у тебя, он у тебя есть в сумке, Кай? Так, а в чем душе-то? Конечно, у него есть квест. Мало ли, ну слушай, лучше бы все проверить. Да пусть говорят. А, никому не нужны, нет. А какие сапоги? На хапау или на ретрика? Народ, а что по поводу перчаток серных? Каких перчаток? Из сета, с Номерона. Ну, дай мне обмен. Донту. И паладин mm-hmm. тоже. О, как раз и там ты, ДД. А, я что-то не заметил. А, давайте, Ирчак. Mm. Да, пошли, в принципе. Репатый. Исполин. Шаманизм, что ли, так? Кушать шаманизм. А, что, куда мы пошли? Куда я тороплюсь? Зачем я это делаю? Второй клока нету. Давайте, у нас есть крестик. У нас есть квадратик. Ромбик и печенька. Печенька промахнулся. А в крестик протест Валк и Невер. В квадратик Вовбро, Репатый, Фейп. В ромбик Кимсик, Идеальный. А Дуат, знаешь, что там делать? Нет. Ладно, Кимсик Идеальный, а в печеньке, короче, давай Дуат и Айнен. Это ты про печеньку сейчас или что? А, да, да, в печеньке будет портал, в портал ты заходишь, в портале есть щупальцы, ты им тычку дай, а нет, там, ну, короче, там мобы, мобы надо убить. Там висят черепки сверху. Так ты и так туда идешь. А, Лангрис, нет, давай, ладно, давай ты иди. В печеньке, значит, Лангрис и Айнон. Вроде 10 человек. Идеальный, ты в комнату в ромбике. Фейп. Метку свою знаешь? Или АФК? Да, да, да. Ага, пошли. А что у нас тут уже под ногами? Чё, уже побежали-то? Войда, Войда в комнату. Я, ну да, я возьму сейчас на это. Нет, нету. И на поле, на поле. Вот нас частиц надо выкрутить. Отрезал голову, она вышла. Милишники, стоим в ложе, не заходим. В одной точке стоим, в ней прям. На ком крестик, тот выбегайте подальше, потому что вас счет нет. Если мог взорвется. Войда не отправлял в комнату? Нет. Ну ты кастер, зачем тебе там быть? Сарфол. Идеально мухили, только больше. Согласен. Типа слишком много урона в один таргет выходит. Слушай, ну идеальному там не жаловаться. Ему наоборот, он мне кажется, он достигает. Я знаю, что он на стероидах. Снимайте какой-то персон. Не-не-не. Ну, согласен, в принципе. Прием так первый. Вот
Второй КД у меня на пол. А что у нас? Что у нас за флешмоб на пол? Вступил. Кто, блядь, там стоит? Невер. Я, что ли? Нет. Это там лок какой-то стоял. Сейчас на пулю. Забери второго. Выхожу, выхожу. Фейры, раздайте быстро. Да что так? Где ренджа? Где ренджа? Айна, вставай, волк, вставай, фейбы поднимите. Хрипатый, дуат, фейб. А, хрипатого войд Берни. Да пиздец какой-то, блядь. Может не сдавать Берни, минус 5. Ищ. Да он 20 человек проходит вообще. Дайте БР. Что здесь падать? Не, давайте БР. А, протест Дуата, идеальный Хрипатова. Валк, вставай. Бейба, подними Войд. Я Хрипатова поднял. А, ты Хрипатова поднял, хорошо. Сейчас посмотрю, я что-то запутался, что поднял. Там. И ты его поднял. Понятно. А кто у нас остался? Протест? Протест, подними Фейба. А учи, отучи, отбежали. А черепка тоже отошли. Я там не могу сбить. Диспельте, кто там есть диспельщики? Присты, ретрик. От лучей, аккуратнее. А что у нас два этих-то уже стоит? Второе большое сыграли. Ебать, вы налутались, ребят. А чё нас их мало в комнате? Блин, диспел кто-нибудь, исполин. На 60% медленнее хожу. Блять, выходим, сейчас готовимся выходить. Слушай, я не знаю, может быть реально упасть, какая-то залупа полная. Смотри, мы все встали. А, разлагающие сыграли, удушающие сначала. Готовимся, подходим к порталам, сейчас будет 4 секунды. Под порталом луч, встаньте. Луч, луч. А место фейба, кубок, давайте. Куда? А, не квадрат. Знаю, найди просто. Квадрат. Да где, блять, квадрат? Ох, короче. В печеньке есть портал. Любой РДДшник. Трепещите, смертные. Задохнитесь собственной ненависти. Тяжело есть. Приготовились. Выходим. Ну, где-то две, наверное. Посмотрим. Мы за первую нихуя не снесли. Спекитесь. Удушающе. От лучи отошли. Разлагающие есть. Готовьтесь, сейчас порталы будут. По порталам подходите. Давайте. Удушающий, удушающий. Валка прохил. Валк, ты что же можешь его убить? Еще и хилиться у тебя же на стаке.
задохнитесь собственной ненависти! Задохнитесь собственной ненависти! Пиздец, вы все в одну сторону бегаете. Смертные. Конец близок. Дышающие, дышающие, дышающие. Ребята, кто справа идет вправо, кто слева влево. Печенька, квадратик. И тут налево. Готовимся трамбик. Выходить. Выходим. Трамбик направо. Да, еще одна комната. Да хуёво бегаем. Ром, квадрат направо, крест, печенька влево. Даже поедет. Просто все влево сейчас побежали. Там один человек был, с другой стороны. Готовимся к порталам. 3 секунды. Потушающе сыграли? Подошли к меткам. Отлучай, отошли. Зашли кто в порт. Тесто освободили, факт сбежался. Удушающий, удушающий, удушающий. Протест, а ты почему не в этом? А, потому что у тебя 25? До конца играем. Должны перевести. Зайти сейчас хоть по домашь. А нет, там 300. Нормально, 2%. 1%. 40%. На 30 же. Выходим, 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 выходим. Ай, блядь, ребята, это... нахуй. Вот надо было упасть, когда было минус 5, нахуй. Надо дезморалить больше. Просто сейчас пятая комната будет, пятая. И... Ну, слушай, будет, будет, будет. Я только что умер. Типа, там, не там надо сразу, там сразу хуёво было. Ну, хуёво не хуёво. Мы всех подняли. Мы всех подняли. Как вы еще раз все сдохли? Уже умираем. Уже все. Там падаем. Делаем все то же самое, только не падаем. А левые метки идут влево, правые идут вправо. В порталах не тупите, пожалуйста. По поводу того, когда нужно подходить к порталам, подходите к порталам, потому что люди сверху и без вас успеют добить. ДПС охват. Зайдите лучше и умрите. Трепещите, смертные! Конец близок! Ну что, с ВМК-то? Приз, зайди в портал. А, сдиспари себя и зайди в этот луч. Сейчас, секунду. Все, заходим. Можно лебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. И выпустите обратно себе плотность частиц, чтобы вы уже не заходили пока, да. Меня слышно? Да. Хорошо. Время, деньги, друг. Это сегодня целый день слышно. Спасибо. Это был не комплимент. Спасибо. Thank you.
Фрау, тяжелая щупальца, которая большой милики не бьет. Кобов, ты где там? Дайте шкаф. Так, у меня тут кот сыт. Опять на кровати. А ты на это смотришь? Только не скидывай это в мемы, оно нам не нужно. Ну что, там закрыли этого или нет? Логолонна нет. Да не логолонна, а йогу. Нет. Чего? Это неадекватно на крестах играет. Ну что, там макаетесь? А, кубовый рыба. Рыбку есть? Так, рыбка есть. Все, все готовы. Давайте проверим. Крестик, печенька бегут налево в комнате. Ромбик, треугольник, о, квадрат направо. Все готовы? Пошли. Это будет красивая победа. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Нужно подойти поближе. Это заклинание еще не готово. Вот, с вот этим крестиком выходить надо. Да, да. Только не в лужу, блядь. Два от лужи. Прям просто убеги вот, где квадратик стоит. И все. Хорошо. А нет, все-таки я есть смог. Есть кого уведу. Демон с тысячью лиц. Трепещите! Затокнитесь собственной ненависти! Платите перед богом смерти! Затокнитесь собственной ненависти! Скрыс он? А, так все нормально. Лучи, ребят, ну. Нейвер, 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 давай, спустим. Не обижайся. Не, ну, блядь, неутомимо ж вроде хотел, идеально хотел же это, кто там возьми. Почему он замутил, он тебя и замутил. Ну, серьезно, войс нужен. Разлагающие с другой стороны, пошли. Пакт, спидитесь. Помешка, родненьким был. Кубову не нужно сейчас вбегать в портал? Нет, нет, нет. А, милишники, по порталам кого назначал? Ослабление над большим.
Бля, стая собак, видели? Посмейте меня в щупальце. Где ты? Подушающе. Готовимся. Сыграли. Сколько сняли? Потому что сейчас не показывает. 25. Нормально. Резать его про. Череп отдали? Да, да. Протест. Дай бы. Возлагающий у квадрата. По меткам разошлись, удушающие, сыграйте под боссом, РДшника. Лучи, брат. Тяжелый появился. Удушающие под боссом. Не прохилили. Конец близок. А, протест есть БР? По Исполину. Готовимся выходить. Он где-то возле печеньки лежит. Выходим, выходим, выходим. А, вижу. По щупальцам доиграли. Крес квадрат, сбегитесь. Удушающий, удушающий. Пиф тяжелый пошли, сыграли. Право, есть здесь право? Яда. Тяжелый. Милики разлагающие. А сейчас мне за что ГП? За то, что ты прошел и ударил тяжело, из-за этого три человека упало. А нет, два человека. Входим. Идеальный лангрис. Выходим. Я только два раза случайно дал. Процентов осталось. 3 секунды. Подходим к пометкам. Печеньки не слагающий. А, кубов есть? Печеньку. Я умер. А, ты умер. Вместо меня исполина БРнул. У нас трех локов нету и двух шипашек. Мы сейчас это еще не убьем. Меня удушающе убило. Давайте пробуем. Если нет, позову хранителей. Скляните в истинное лицо смерти. И знайте,
Тяжелые добейте. Отвернулись. Это забей. Понятно.